Житель Самары Константин Хижняк занимается пляжным теннисом около месяца. Узнал о бесплатных площадках через знакомых и сразу же приступил к тренировкам. Говорит, благодаря акции «Самара в движении» нашел товарищей, с которыми теперь два раза в неделю играет в теннис. Польза очевидная, в общем, и колоссальная. Это движение само по себе. Минус килограммы, плюс энергия, плюс хорошее настроение, витамин D. И, опять же, не знаю, наполненность каким-то, да, там, новым смыслом. Занятие в рамках акции «Самара в движении» проходит ежедневно с 17.00 до 21.00. Ведут их тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций, танцевальных студий. У жителей нашего города появилась уникальная возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, осваивать новые виды спорта, в том числе пляжный теннис, так как пляжный теннис сейчас это вид спорта современный, на гребне волны, так сказать, активно помогает девушкам сжигать калории, а мужчинам наслаждаться соревновательным процессом. Акция «Самара в движении» продлится до конца сентября. Организатор – городской департамент физкультуры и спорта. Августина Охременко, Николай Сидоров. События.